Такие красивые опятки на поле растут. Поганки какие-то. Собака, ты нашла грибы-то хоть? Че просто ходишь? Мох такой, ну, светлый. Свеженький какой-то. Так, зонтики маленькие. Ну, хоть какие. Такие желтенькие грибочки, насыщенный цвет такой. Нежный. Может, в лес глянуть, что там есть? А? Я так что-то думаю, трешки, нектары совсем. Так, чуть зайти, посмотреть. Тут все кабанами. Ну, кабанятами все перерыто. Ну, когда по мне собрались, так ничего не нашли. Ну. Вроде, казалось бы, должно быть, но там даже тоже депутация. Да. Похоже, зонтики тоже. Давай ведро тащи. Небольшие, приятные. Все, собака, можешь срезать грибы. Иди ищи еще. 5 каналов, да? Бак, ты молодец, сколько сыроежек нам нашла. Вон тут тоже, а там три зонтика, что ли? Там зонтики? Целая куча. Наверное, похоже на зонтики. Не уверен. Угу. Ой, там какой здоровый зонт. В кустах он спрятался. Больше ножа. У него только шляпку будем брать. Ножка уже жесткая. Да, больше тут ничего не спряталось хорошего. Вот. Ой, еще одна. Рядом. Красная, красная. Я таких еще не видела. Угу. И вон еще маленькая рядышком. Там красная-красная. Я такие перо здесь вижу. Под твой ножик. Угу. Да, собака, вон старые грибы уже. Это старые, а вот здесь вот тоже старые. Наверное, вот эти видели в прошлый раз, мне кажется. Может. Хоть что-то мы видели все-таки.
Как набили туман, да? Туманный гриб. Он тоже какой-то там молодой вроде смотрится, а Суклявый такой. Суклявый. Мне кажется, в прошлый раз мы их уже даже и видели. Что, еще чуть пройтись? Ну, не даже пройтись, мне кажется. Что, я обратно быстро. Пойдем, пойдем, дети, пойдем. Еще вот кучка туманных грибов. Возьмем, посмотрим дома. Точно можно их кушать или нет? Листья, наверное, там. Они